Привет, привет, дорогие мои, привет, привет. У нас сегодня мукбанг, гречка с овощами, котлеточки с сыром, с капустой, с индейкой. Короче, заходите на другой основной канал, там есть рецепт. И помидорчики с лучком, майонезиком, чесночком и совсем, совсем вот таким вот. Это я готовила в духовке. Мне сегодня сыночек звонил. Короче, я его попросила все фотографии наши семейные отсканировать. Короче, отнести в фотоателье. Ну и как бы еще раз перефотографировать для меня. Я не могу у ребенка забрать фотографии. Он там живет. Появятся дети там, то все. Я хочу, чтобы все эти фотографии у него тоже были. Что это у тебя за? Ты не знаешь, что этот фантомас долго там прыгать будет? Такими темпами долго. Вот. Ну и короче, 450 фотографий. Их сканировали, перефотографировали. И совсем старые фотографии. Ну и наконец-то мне ребенок позвонил. 2 дня бился с российской почтой, на которой представления не имеют, как посылки в Америку отправлять. В итоге 2 дня ходил туда-сюда, отправил. Там Алисины дневники школьные. Три с половиной тысячи рублей заплатил. 5 с лишним килограмм. Я так рада. Так что все, ушла. Надеюсь, все дойдет. Посылочках. Нынче 5 лет уже семейной жизни моего сыночка и Яночки. Пять лет. Обалдеть, как время бежит. Так что наконец-то у меня будут фотографии, которых я 1000 лет не видела. Это же память. Я хочу, чтобы это у меня было. Но опять же, хочу, чтобы у него это было. Я еще думаю, если я ему скажу, перефотографируй, перепечатай для себя он бы этого не стал делать. Знаете, еще тот возраст, когда они не ценят этого. Ну, нету и нету. Чего я буду бегать, носиться там? Кучу бабла отдавать.
Вот. Поэтому я решила все-таки оставить то, что было у них, а мне, чтобы они переделали. Ну как? И они были вынуждены под натиском мамы все сделать. Сегодня заказала витамины себе. Лёш, протяни, пожалуйста, ручку, вот баночка стоит. Первая. Первая. Нет. Нет. У меня так не сгибается ручка. Вот такие витамины. Бариатрик Фуджин. Это для тех, у кого сильный недостаток витаминов. Это очень специфические витамины для тех, у кого вот операция была на желудок. Все дела. Ну, вот у меня вот эта вот последняя баночка. Я сегодня зашла на сайт, заказала себе еще. Заказала отдельно айрон. Айрон, Леш. Айрон. А, железо. Заказала себе отдельно железо. Заказала себе отдельно витамины для кожи, волос и ногтей. Потому что реально это, мы страдаем от этого. Весной, осенью выпадают волосы, сыпятся. Ногти как-то, не знаю, у меня вроде как не страдали. Ну, у всех по-разному, но волосы точно у всех сыпятся. Временами. Поэтому надо все-таки продолжать пить. Потому что я заметила, у меня как падает иммунитет. У меня плохо заживает все. Поэтому должны быть обязательно эти... Вы поняли. Витамины. Все, я объелась. Так что так. Сегодня у нас были новости дня. Так что скоро у меня будет целая гора фотографий. 5 килограмм, прикиньте. Сын вроде сказал: мама, я хорошо упаковал, должно все нормально дойти. Я тогда вам все покажу. Все покажу, расскажу. Так я рада. Котлетки очень вкусные. Очень. Вообще, вот когда в духовке готовишь, все это... Мне очень нравится эта гречка, когда вот она прям, знаете, как цветок раскрывается полностью. Прям вот когда она прям каша. Вот гречневая каша. Все. Спасибо ентому дому. Так темно, потому что окна все позакрывало. Солнце светит, капец. А так как папа почему-то не помнит, что когда у меня мукбанг, желательно, чтобы солнце мне не било в лицо. Приходится вот так вот жить, ребят. Все, вас люблю, целую. Пока-пока.